В Артеме состоялся фестиваль единоборств, посвященный Дню города и Дню шахтера. Лучшие спортсмены, чемпионы Приморья и победители всероссийских и мировых соревнований боролись за победу. Организаторами выступили спортивный клуб «Легион» совместно с администрацией округа. Будет 7 версий. Это у нас начнет сегодняшний наш фестиваль. Это дисциплина кудо. Их подхватят кюкусинкай. Потом мы переместимся на рукопашный бой джиу-джитсу. И завершение у нас будет бокс-кикбоксинг. И, как всегда, мы знаем, что такой самый красочный – это вид спорта ММА. Поздравили артемовцев с праздником и пожелали победы спортсменам главный тренер Федерации кикбоксинга Андрей Подоплелов и глава Артемовского городского округа Александр Авдеев. Ребята, хотелось бы пожелать: оберегайте друг друга, постарайтесь не делать травмы. Но бой должен быть честным и без поддающихся. Поэтому победит сильнейший. Удачи вам, счастья. А всем присутствующим здоровья и благополучия. С праздником, любимый город! Чтобы выступить на этих соревнованиях, у спортсменов из Артема, Владивостока, Находки, Большого Камня и Уссурийска должен быть титул чемпиона России, Европы или мира. Первая дисциплина, в которой выбирали лучшего борца – кудо. Победу в ней одержал Дмитрий Новиков из Артема. На самом деле уровень соперника вырос, прям, скажем так, видно, на голову вышло, потому что мы когда выступали вместе на чемпионатах края, на Дальнем Востоке, я видел его подготовку, и в данный момент я могу оценить его, то, что он уже вырос. А своим боем я немножко недоволен, потому что рассчитывал немножко, план на бой был другой совсем, то есть по работе это ударной техники, но, возможно, сказалось то, что у меня был перерыв полгода, а после чемпионата России в феврале я не выступал. И вот сегодня я решил выступить вновь, скажем так, вернуться в этот прекрасный вид спорта. Фестиваль единоборств продолжился кёкусинкай, рукопашным боем, джиу-джитсу, боксом и завершился ММА. Спортсмены в очередной раз доказали, что достойны носить звание чемпионов. Дарья Рыбакова, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости.